Кошмаровский, народный целитель с огненным взором. Уже собака Маскелевиль, что ли? Нет, ты не собака. Ты хуже. Ты экстрасенс. Он феномен, чтобы я так жил. Я вам установку даю. При счете 33 у вас пройдет анурез, диатез, сальмонеллез. Истригущий лишай. Истригущий лишайник. Семен Фарада и Наталья Крачковская. Михаил Кокшенов и Леонид Куравлев. В блистательной комедии «Русское чудо». Надо добавить чудес, чудес, чудес. Добавим. Добавим? Добавим. Добавим. Окей. Поздно вечером. В субботу на НТВ. «17 мгновений» длятся уже 25 лет. В августе на НТВ все 12 серий о великом Штирлице и фильм о том, как создавалась легенда. Сенсационное интервью режиссера-постановщика Татьяны Лиозновой. Знаете, 25 лет, что прошли после выхода картины, я ни разу не была на телевидении. Съемки в подвалах гестапо и кабинетах КГБ. Лирическая прогулка профессора Плейшнера и последний путь провокатора Клауса. Я поворачивался, и удивленно мол, подожди, что ж ты делаешь, это же я, ну что-то вот так-то так, вот я не знаю, мол, тогда я лучше сыграл. Народные кумиры и те, кого они сыграли. Я до сих пор удивляюсь, я смотрю серии, вроде ничего нету, проход по коридору. Что-то в трубку сказал, а получился какой-то объемный тип. Оппонентами нашими в этой войне были люди талантливые. Очень трудно себя соскоблить, этот характер. 1 сентября на НТВ. Фильм «17 мгновений весны». 25 лет на экране. Смотрите завтра на НТВ. В 8 утра Василий Ливанов, Виталий Соломин, Ирина Зеленая в детективе «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Фильм второй. Смертельная схватка. Мультфильм «Мурзилка на спутнике» в 9.05. В 9.30 продолжение мультсериала «Супермен». В 10 часов свежие новости. В 10.15 музыкальная программа «Золотой граммофон». В 10.30 спор отцов и детей в телеигре «Устами младенца». Приключения Чиполлино в 11 часов. В 11.45 компьютерные игры в программе «От винта». В 12 и 16 часов новости сегодня днем. В 12.25 о том, как на свете без любви прожить. Марчелло Мастрояни в комедии «Сегодня, завтра, послезавтра». В 14.05 парад «Але» – лучшие цирки мира. В 14.30 документальный сериал «Любовные истории, которые потрясли мир». На этот раз история блистательной Греты Гарбо. В 15 часов «Русский век». Как дела на играх доброй воли, мы узнаем в 15.30. В 16.15 телеигра «Ключи от форта Бояр». В 18.05 комедийный сериал «Полицейская академия». В 7 и в 10 часов вечера новости. В 19.40 новая встреча с Джином Хэкманом в боевике «Французский связной 2». В 22.35 снова кино. Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте и Любовь Полищук в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Читайте в новом номере «7 дней». Причуды короля комедиантов. Заявление Эдди Мерфи вызвало страшный переполох в Америке. Собачий кутюр. Модельное агентство объявляет прием четвероногих манекенщиков. Осторожно, блондинка. Великолепная Анна Курникова бросает вызов грозной сопернице. 7 дней. В продаже с 29 июля.